А что это вы, Любочка, лет на дворе, жара, а вы вязать надумали? Так это мы, товарищ прапорщик, с женихом собираемся на Олимпиаду в Лондон. Вот, а там, говорят, туманно, холодно. Вот я и решилась научиться вязать. А вы знаете, Любочка, что для того, чтобы связать один шерстяной свитер, нужно две овцы. Что вы говорите? А я и не думала, что овцы умеют вязать.